21 ноября текущего года в рамках реализации задач главы государства по переходу на концепцию слышащего государства в городе Степногорске прошло общереспубликанское мероприятие и единый день приема граждан. Жителей города принимали и консультировали аким города Эркебулан Байхметов, заместитель акима города, руководители самостоятельных отделов, правоохранительных органов, коммунальных служб, филиалов банковских организаций. Общее количество зарегистрированных на прием по Степногорскому региону составило 77 человек. Жители города интересовали социальные вопросы по сферам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства, строительства и архитектуры, образования, земельным вопросам, ветеринарии, развитию спорта в регионе, здравоохранения, государственным закупкам и культуре. Также было коллективное обращение по экологическому вопросу. Я подошла к нашему акиму Байхметову Эркебулану Эркешевичу по вопросу приобретения второй машины инватакси на город. Ну, я удовлетворена ответом. Аким знает о проблеме, он занимается ею, решается, но обещал помочь. Пришел задать акиму города вопрос по программам государственным. А именно по какие существуют программы по изучению успешного опыта других успешных развитых бизнес-проектов, какие есть программы, какие существуют. Я, в принципе, получил на данный вопрос ответ полный, куда обратиться, с чего начать. Что делать? По информации ответственных лиц, только главе города в единый день приема граждан обратились 28 жителей. В итоге в Степногорске данный прием посетили 42 человека, остальные 35 приняли акимы поселков и сельских округов региона. Жители получили ответы на интересующие вопросы. Цель данного мероприятия – оказание консультативной помощи населению, что позволит оперативно отреагировать на конструктивные вопросы граждан. Напомним, единый день приема граждан проходил по всей республике.